Но я-то считаю, без учета того, что жена будет смотреть передачу, так сказать. Да мне кажется, такая же, как и роль мужчины. Вот это разделение, да, вот слабый пол, сильный пол, они немножко такие романтического плана. Хотя, конечно, вот недавно прошел где-то Международный день мужчин, никто и не знал об этом. Ни женщина, ни мужчина, по-моему, кто-то случайно его слышал, а Международный женский день, мы уж встречаем, так сказать, и как мы радуемся, когда он приближается, особенно когда уж он пройдет, потому что, ну как, такие нагрузки, они все позади, так сказать. А, ну, это все, так сказать, освящено любовью к женщине, а говорить о роли, если... Как о пользе, что ли, кто больше приносит пользы, мужчины или женщины? Я думаю, что тут без вопросов от женщины, потому что, во-первых, все мужчины, они рождаются от женщины. И помимо этого, женщина еще что-то свое добавляет. Другой, ведь это и наука открыла, да, не только так вот через эти анекдоты, когда вот, там логика, блондинки, другая логика, другой мир чувств, это другая палитра у этого, понимаете, и на одной мужской, ну вы представьтесь, вот одни мужчины, это же страшное дело, это как в лесу полном, саблезубых этих тигров и пещерных медведей. Нет, не оценим. Если, так сказать, роль мужчины можно оценить, то роль женщины неоценима.